Передо мной призеры чемпионат России по горным бегам на дистанции 30 километров. Это марафон, да еще горный. Ну, начнем, как бы, чемпионы, кто у нас сегодня победил? Меня зовут Руслан Хорошилов. Я принимаю первый раз в этом виде участия. Ну, трасса такая хорошая, скоростная, можно сказать. Подъем дался немножко, вначале тяжеловато, затем раскатил и со спуска уже набегал. Ну, соперники достойные были сегодня. То есть нормально, все получилось? Да, все получилось, как задумано было. В принципе, с тренером тактику обсуждали до старта. Бежал марафон месяц назад, то есть форму сохранил немножко и продержал до этого старта. Давай, теперь что, какой еще будет дистанция, основная, марафон или горный бег? Или, ну, думаешь, я переходить? Совмещаю, стараюсь совмещать вот марафон и горный бег, как бы это два таких вида, где можно вместе пробовать и бежать. Сейчас отдых будет? А? Отдых будет? Или... Ну, еще марафон один через две недели. Это где? Уже на отдых. Это где, если не секрет? В Тамбове, там такой любительский пробег. А. Ясно. Ну тогда удачно завершить сезон. Спасибо. И отдохнуть хорошенько. Спасибо. Так, кто у нас сегодня второй? Кто вы? Представьтесь. Меня зовут Кирилл Недосеков, представляю Свердловскую область. Вот. Ну что, я бывший лыжник, вот пытаюсь реализовать себя в легкой атлетике. Получается? Ну, в гладком беге пока не очень. Вот такая трасса, как сегодня, мне ближе по физиологии. Вот. Ну, дистанция показывает базовую подготовку, то есть готовность, ну, общую выносливость, силовую выносливость. А в чем ее фишка-то? В принципе, ну, очень долгая работа в гору, то есть мне рассказывали, представление я имел, вот, но не думал, что прям вот местами достаточно крутой подъем, пришлось поработать. Вот, хорошая конкуренция была, вот, с Русланом долгое время работали в горку, потом чуть отпустил его на спуске, вот, составил мне конкуренцию. То есть довольно. Ну, получилось на равнинке, то есть раскатить, финишную часть потерпел. Последний километр тяжеловато дался, но ничего, справился. Теперь что, отдых или старт? Ну, сейчас немножко сбросим, да, то есть нужно отойти будет от гонки и готовиться к зимнему старту, мне же пытаться скорость поймать. Ясно. Ну, тогда удачи вам, так держать. Спасибо большое. Ну и вы представьте, пожалуйста, вы сегодня бронзовый. Да, я бронзовый призер, Кашап Ренат. Представляю Татарстан, Казань. В целом все понравилось, погода замечательная. Но это у меня тоже уже в течение 5 недель, это уже, наверное, 3-й марафон. То есть до этого 3 недели назад был последний марафон. Это где? Это в Казани, наверное, да? Нет, в Жигулевске. Угу. Там тоже трасса рабочая. В Жигулевском городе, можно сказать, там я выиграл. До этого в Зеленодольске бежал марафон. То есть вот, ну, вот это у меня было завершение сезона такое. Такой, я то есть раз... закончили уже, все, это последний старт был сезона? Это последний старт, все, как бы уже. Ну как, выдержали вы себя здесь? Да, тяжело было? Поначалу честно. Вот я как бы отпустил, то есть я там 6-й бежал, 7-й. В один момент даже мысль была сойти, потому что в горку я все равно как бы чувствую, что мне в горку всегда и горка идет. В этот раз мне горка не пошла. Ну, пошел спуск наоборот. Я очень хотел, вот 2-го Свердловского парня. Ну, и прямая немножко тяжело далась, уже, видимо, усталость накопилась. Ну, я доволен. То есть... База есть, все, работаем дальше. Ну что, мясо. Остается вас только пожелать успехов вам, отдохнуть хорошенько и новых достижений уже в 2018 году. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Удачи вам. Спасибо.